Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И ребята, знаете что? Знаете, что я улыблюсь, что я такой довольный? А то, что все, лагов больше не будет, ребята. Может, в смысле лагов самого майна вообще не должно быть сейчас, по сути. Давайте-ка мы проверим, ребята. Давайте-ка мы сначала проверим. Давайте хотя бы проверим, если получится, то я объясню, как я все это сделал и что я сделал. Давайте хотя бы посмотрим, где у нас всегда лагало. Вот сейчас в последнее время начало лагать тогда, когда мы залетали на гору, и вот там что-то шарпались, и потом возвращались, и у нас просто жутко как лагало. Не, ну если вот так и тогда что-то дернется, это понятно, потому что текстуры, ну вот это все грузится, плюс к тому мы играем шейдерами, это понятно. Но сама суть того, что уже не будет таких жестоких зависаний, над которыми я уже просто так бесился, ребят, вы себе не представляете. Вы себе не представляете. Я уже такой сил. Все, твою мать, сейчас перерою весь интернет, весь компьютер, но найду, как избавиться от этих лагов. До тех пор не зайду в майн, потому что такие лаги уже начались, ребят. Чем больше я переустанавливал майн, чем больше я его чистил, то тем больше появлялись лаги. Я уже такой сидел. Твою мать. Но, ребята, лаги, по сути дела, все, уже лагов не должно быть. Таких, как у нас, просто были нереальных. Я уже просто, ребят, не знал, что делать. Смотрите. Я выделил больше памяти на Майнкрафт. Я, в принципе, это и знал, что нужно выделять. Потому что это, в принципе, очевидно. Я знал, но я выделял. До сих пор я это все выделял. Я там выделял по, не знаю, сколько там гигабайтов памяти, по 4, по 5 гигов выделял с памяти только на сам Майнкрафт, чтобы он не глючил. Но это все хрень не работало. То есть оно не... Вроде ты выделяешь, да, оно написано, что выделяется, но оно не выделялось. Я не знаю почему, но смотрите, давайте сначала пойдем домой, высплюсь, ну да, высплюсь, чтобы все было нормально и чтобы больше... Ну, в принципе, днем я объясню, ребята, может... Если у вас просто тоже нереальные лаги и у вас мощный компьютер, но вы не знаете почему, то, ребята, в принципе, я тоже так не знал. Просто, если так судить, ребята, смотрите, какая фигня. Ты заходишь в Battlefield 4 на ультрах, ты играешь. Ты можешь зайти еще в 10 Battlefield 4, играть на одном компу, и у тебя глючить не будет, вот. Ты можешь зайти в Crysis там... на ультрах. Ты можешь зайти в любую игру на ультрах, у тебя глючить тупо не будет, потому что у тебя комп нормальный. А ты заходишь в Майнкрафт, и у тебя 30 FPS, но сейчас у меня 30 FPS, только потому что мы играем шейдерами. Сейчас более-менее так 40-50, сейчас, секундочку. Это, в принципе, нормально. Сейчас я еще вот тут. Не, в принципе, это нормально, то есть... Я просто сейчас до хрена памяти выделил. И, ребята, как у нас был... Пока я вот это все разговариваю, пойдем мы на Снорлаксов. Потому что как раз... И наловим себе вот этих... яблочек мы себе добудем. И, в принципе, ребята, как вообще было? Я уже много раз вот это все читал. Я уже много раз искал, как это все делать. И хрен оно помогало. Вроде я выделял каждый раз как можно больше памяти, но оно, в принципе, не изменялось. Вообще, точно так же, как и было, оно так и оставалось. Я просто не догонял. Почему? Если пишет, что можно изменить... Вот, ух, на себе, у нас уже даже нету места вот тут. Ладно. О, шайни. О, это вообще другое дело. Ребят, я просто не знал, почему? Я уже такой сидел, ну почему? Но я же выделяю столько памяти, что я сейчас дурею. Я только сейчас заметил, ребята. Как проверить, что память выделяется? Как проверить, что она действительно выделалась? Это он. Да нет, через зардушка. Давай. Черезардушка, догони. Давай. Так, это. О, с первого раза попали. Я просто не догонял, ребята. Я на сам Майнкрафт выделял там хрен его знает сколько памяти. Ну, кучу. Просто я на Майнкрафт выделял кучу памяти. Я выделял...
на другие прог, на Яву, да, я выделял там еще больше, такое количество памяти, что половину с того, что у меня есть, даже больше, там 8 гигов, и то хрен, знаешь, такой, просто, о, отлично, мы еще Shiny Star словили. Я выделял 1 гиг памяти, ни хрена, не изменилось, 4 гига, ни хрена, 10 гигов, ну там не 10, 8, ни хрена. Тогда я думаю, какая нахрен разница выделять столько памяти, если оно ни хрена не работает. Я уже не знал, ну в принципе, ты выделял больше памяти, оно ничего не изменялось, но на глаз тебе казалось, что изменилось там на какое-то время, потому что ты сам знаешь, что ты выделил кучу памяти, и что ты сам думаешь, что все, вот, сейчас будет намного быстрее это все работать. Но это ни хрена не работает. Я вот только сегодня понял, как это все работает и как правильно узнать, выделяется ли память. Это, ребята, честно. О, еще один шайни. Мачоп! Охренеть. И поэтому, ребята. Сейчас, давайте-ка мы еще вот тут. Где оно? Вот. И поэтому, ребята, как я вообще-то сделал? То есть, я уже сегодня такой сидел, охренеть, такой. Такой, не знаю, как это объяснить, я уже такой, да твою мать, как? Ну как это делается? Как это делается? И только что до меня доперло, как это делается. Первым, как я узнал, что память вообще ни хрена не выделяется? Я надеюсь, что сейчас глючить не будет, потому что я сейчас уже вижу, что она действительно выделяется. А тогда мне только оставалось предполагать, выделяется она или нет, потому что я ее выделил, и думать, ну что, наверное, может выделяется, а может не выделяется. И, в принципе, ребята, я уже не знал. Сейчас, давайте-ка я добью, не добью, а словлю, если у нас получится этого 5-го уровня матчопа, а то он что-то выпендривается опять. Я не знаю, как с ним разговаривать, может, с таким тактикой... О, да, принц, видите, какая тактика. Вообще, что-то начать, что-то думать, как же его словить, и он уже сам славится этой тактикой, ребята, это нужно. Записывайте. И так, еще вот этого, еще пиджиото. Можно. О, охренеть, так попали. Сейчас. Давайте-ка я убью и покажу. О, Иви эволюционирует днем. Ну, в принципе, будет у нас Глосион. Отлично, потом сделаем Амбриона. Ну, нет, у нас там еще есть вроде одна Иви, у нас вроде есть одна Шайни Иви, ребята, если я помню. Да, вроде. Мы одну Шайни Иви словили. Офигенно, ребята, Глосион у нас есть. А, нет, какой в жопу Глосион? Глосион это же вот этот, который эволюционирует с помощью ледяного камня. Что-то я попутал. Попутал вообще эволюцию. А так у нас Эспион точно. Что-то я реально запутался. Ну, не то, что запутался, просто я перепутал эволюции. Смотрите, ребята. Как я узнал? Давайте, я говорю, будем убивать Снорлаксов в то время. И будем... Я скажу, как я вот это сделал, потому что уже я такой, знаете, охренеть, хотя бы уже лагов не будет. Сейчас, давайте вот это убью, потому что я сейчас не могу показать, нужно... Сейчас, добьем мы его, если он не вылечится. Отлично. Сколько у нас яблочек? 4 яблока. Знаете, как я увидел, что оно ни хрена не выделяется? А вот нажал вот сюда, и смотрите, в левом правом углу. В левом... Нет. Чё я сказал? В левом правом углу. Охренеть. В правом верхнем углу. Смотри, ребята, где там пишет Used Memory, то есть используемая память сейчас на 38%. В душках пишет, что сейчас память используется 1500. И потом пишет Off, и видите, там пишет 3600, то есть это максимальная память, до которой оно может дойти. Сейчас используется 1500-1800, ну... Потому что, видите, мы летаем 500, тогда, когда грузятся чанки, вот это грузится, вот эти все блоки, да, тогда идет, конечно, намного до 2000. И там пишет 3600 сейчас максимально, потому что, ну, я так и уставил, поставил на максимально сейчас 3600. И, ребята, знаете, как я заметил? Потому что я поставил, например... У нас было, знаете, сколько у нас было? У нас было 460-470, типа максимально. Сейчас, если у нас 3600 максимально, то было 4000, там, 4, не 4000, а 450 там было. Я сегодня днем уже такой
не знаю, как это объяснить, но уже такой, знаете, прям, почему это, почему глючит, почему ни хрена не меняется, то есть, почему не меняется вот эта используемая память, да. Потом нажал вот сюда, зашел и такой смотрю. Сейчас сколько у нас памяти используется, и потом смотрю, а почему у нас максимальное количество только 450, да. Думаю, как вообще 450, если я выделил там пару тысяч? Хрен его знает. Пошел, поменял еще на больше. Зашел опять в Майнкрафт, смотрю, опять 450. Думаю, что за хрень? Потом пошел, попробовал другую комбинацию, то есть по-другому написать. Думаю, может, зависит от версии, типа, ну, версии Windows, да, 32 или 64, потому что там по-разному пишется. Может, я написал не так? Зашел, написал по-другому. Ни хрена, то же самое, также используемое. Тогда я уже думаю, а давайте сейчас я тогда выделю не на Яву, а выделю на сам Майнкрафт еще кучу памяти. Зашел, опять ни хрена. Вот тогда я уже и понял. А нахрена вот это, как почему я вообще, если меняю память, если я выделяю столько памяти, что капут, и оно ни хрена не меняется, значит что-то не так. То есть вот это все время, что я там выделял столько памяти, оно ни хрена не менялось. То есть оно выделялось, да, то есть было написано, что выделяется, но оно ни хрена не выделялось. Вот тогда я уже догнал. Если оно каждый раз вот так было, вот почему оно глючит. Потому что каждый раз я писал больше, каждый раз я думал, почему оно же ни хрена не меняется. И вот тогда, ребят, я уже понял другую немного тактику, что нужно не заходить в саму Яву, в саму ту программу и в самой Яве писать, сколько минимум и максимум выделять памяти, потому что, как я заметил, оно ни хрена не работает. А нужно заходить в самые свойства компьютера, в самые параметры компьютера. И там у меня стояла Ява опции 512. То есть, видите, оно и так чуть-чуть меньше использует. Если тогда было 512, то у нас использовало только 460. Так же, как и сейчас стоит у меня 4100, но оно использует только 3600. То есть, какую-то часть она там в себе забирает. И вот тогда я уже понял. Если у меня в одной Яве написано, что используется 4000, но оно не используется. Если у меня в Майнкрафте написано, что оно использует там 2-3 тысячи, но оно не используется. А у меня используется до 500. И я такой думаю, если у меня вот тут написано, что используется до 500, и у меня используется до 500, значит это или просто нереальное совпадение, или все-таки память жрет не самой Явы там, где написано, не самого Майнкрафта, где я устанавливал больше памяти, а значит она жрет отсюда. И я как раз попробовал. Или это совпадение, что и там, и тут так написано. Или это действительно вот тут. И вот потом, когда я уже установил вот там больше памяти, я зашел, и я уже действительно заметил, что уже у нас не используется там 460 или сколько там вот этого памяти, да? Из такого же количества 450 или там 460. Вот она тоже так немного спрыгала туда вроде сюда. А вот когда я уже заметил, что вот было 450, а сейчас уже 3000, значит вот тут оно, ребята, используется. Я понимаю, может это не всем интересно, но просто я такой уже, знаете, может это счастливый, потому что охренеть, уже хотя бы лагов не будет, я надеюсь. И знаете, почему лаги были? То есть у нас были не такие лаги, когда там игра шла загрузка там нового мира, да, прогружалась генерация. А после того, как она уже прогрузилась, даже мы вернулись на то место, где она уже была прогружена, например, домой. Оно продолжало лагать, а потому что типа оно уже начало прогружаться и уже не вернется на такую память, как оно прогружало на самом начале возле нашего дома. Уже будет постепенно вот так прогружать до того уровня, до какого она уже прогрузилась. И смотрите, как у нас было, ребята. Когда я заходил в Майн, у меня было 200 используемой памяти с 500. Чтобы не говорить там 460 каждый раз, допустим 500, да? У меня было 200, то есть еще нормально, еще свободно 300 памяти. Но, когда мы уже вот это все делали, то есть когда мы уже летали, когда мы уже путешествовали, когда мы исследовали новые точки, память поднималась уже до 500. И поэтому я всегда думал, почему Майн глючит? То есть Майн не так глючил, например, как 10 FPS, да, что, например, вот так. То есть вот такими рывками. А глючил так нормально, все так летает, все нормально, бегает, потом на одну секунду зависло, все нормально, бегает, летает.
нормально бегать, и так, по одной секунде как бы зависало. Я все думал, почему, твою мать, если сама не виснет, а вот так как-то виснет, по-странному, то есть такими задержками. А потому что ребята доходило до максимального количества памяти, то есть было у нас 200 из 500, да, и оно нормально, вот так, нормально мы могли бегать. А когда доходило до 500 из 500, оно зависало. Потом опять, когда снижалось до 200, оно опять нормально. Потом опять доходило до 500, оно опять зависало, и потом опять сходило, ну, меньше. И вот так у нас были иногда вот такие зависания. А вот сейчас уже оно даже до максимального уровня не доходит, потому что максимальный там намного выше, чем там поставлено. То есть сейчас у нас до 1000 используется память, а у нас может до максимального использоваться 4000. Поэтому уже, я так думаю, лагов, ребят, не будет. И вот это вообще нормально, если честно, мне так кажется. Офигеть. Потому что я уже просто хотя бы, знаете, такой, охренеть, хотя бы вот этих лагов не будет, и уже, в принципе, нормально. Потому что я уже такой был, ребята, уже не знал просто, как вот эти лаги убрать. Я уже все перепробовал. Но вот сейчас, ребята, уже хотя бы не глючит. Если давайте просто рассудим немного. Если сейчас в данный момент у нас используется 1200 памяти, вот сейчас, то есть мы просто стоим на месте, мы даже не грузим новую территорию, мы просто стоим на месте. Если сейчас в данный момент у нас используется вот так 900, потом 1000, потом 1200, вот сейчас мы бегаем 1000 с чем-то. Если сейчас используется вот столько, а раньше у нас использовалось максимум 500, то давайте посудим, ребят, если раньше использовалось 500, а сейчас используется 1000, иногда вот сейчас 900, теперь 1000, иногда 1500, то насколько же оно тормозило, если ему нужно было приблизительно в 2-3-4 раза больше памяти, чем у нас было. То есть тогда максималка была 500, да, и в принципе доходило до максималки, потому что больше нельзя было, и у нас глючило. А вот сейчас у нас уже использует 1000. Как бы оно нормально, оно иногда падает, оно иногда растет, но тоже зависимо от ситуации, где ему нужно прогрузить новую территорию и все такое. Вот почему глючило, потому что ему памяти нужно было не знаю в сколько раз больше, ребята. Фух, ну сейчас мне кажется, что уже глюч не будет. Знаете, что нам еще нужно попробовать? Нам нужно попробовать пойти в джунгли. Потому что я поэтому, наверное, в джунгли не ходил, потому что там так глючило, ребята, что я просто туда даже не ходил, потому что там вообще сдуреть можно было. Сколько мы там в джунглях у тех были? Пару раз, и то, когда она начинала лагать, я сразу говорил, нет, ребята, давайте идем назад, потому что тут так глючит, что вообще капут просто. И как и заметили, пока мы вроде говорили, мы уже там пару уровней нашим покемонам допрокачали. И сколько у нас яблочек? 10 яблочек, охренеть, то есть у нас почти уже так, еще 10 яблочек. Кстати, ребята, что я вспомнил? А у нас что, уже места нету? Знаете, ребята, что я вспомнил? А вспомнил я то, что я изменил немного цену в магазине. То есть у нас я поставил как? 20 яблок и 20 алмазов за 40 яблок. Но все-таки, ребята, я поменял, и сейчас у нас 20 алмазов и 10. Сейчас у нас 20 яблок и 10 алмазов за 40 яблок. Потому что мне и написали, знаешь, типа, зачем такая большая цена, типа, поставь 10, и вот это все будет, ну, как бы лучше, потому что 20 яблок за 20 алмазов, это реально, типа, можно сказать, много. И я просто так, знаете, ребята, думал, у нас же куча алмазов, если мы вот сейчас продадим вот эти все наши вещи, у нас просто будет нереально куча алмазов, и мы уже можем это все покупать. Это как бы, да, мы сможем это все покупать, но если вот так посудить, ну пойдем мы раз купим за 20 алмазов, второй, третий, четвертый, просто куча алмазов пойдет, можно и так сказать. Конечно, можно сказать, мы себе упростили задачу прокачки покемонов только тем, что мы уже поставили вот этих, что мы уже поставили яблоки в продажу, да? Но тем самым мы ее и утяжелили, как бы, можно и так сказать, тем, что мы поставили еще 20 алмазов за то. И 20 алмазов, это действительно, можно сказать, ну, за 20 яблок 20 алмазов, это
не очень так мало, можно и так сказать. Тем самым мы ее упростили тем, что поставили яблоки в продажу, но усложнили тем, что поставили еще до яблок то, что нужно, еще и ресурсы как бы вот давать. А сколько у нас уже сейчас яблок? Сейчас нужно посмотреть. Ну, в принципе, нам еще парочку так снорлаксов убить, мне так кажется. Сколько у нас? 13 яблочек, ребята. Нам еще 7 яблок. И мы уже сможем купить себе кучу яблочек. Еще как бы умножить их. Так, Снорлакс. Выпади не одно яблочко, а выпади там... Хотя бы одно выпади, а то есть такие, с которых вообще... Ну вот, с этого не выпало. Так, я не знаю, давайте вот так. Пуки-пуки. Давайте туда побежим. Я уже даже, ребята, не знал, что думать. Я уже даже, знаете, такой... А может это из-за Черизарда глюч? Не только с Черизарда, а как бы залетающих покемонов. Может то, что они очень быстро летают и не успевают это все прогрузиться. Может на них не летать и не будет глючить. Я уже так думал, но... Как вот сейчас, вроде уже... Нормально, то есть уже, по идее, не глючит. Я говорю, сейчас мы, ребята, еще, наверное, попробуем в джунгли пойти. И вот там попробовать. Если вот там глючить не будет, то... В принципе, вообще нормально. Если там глюч не будет, значит, мы уже можем летать везде. А если будет глюч, то я посмотрю, сколько там памяти жрет и сколько еще нужно выделить, чтобы уже прям вообще не глючило. Может, там еще в два раза больше, может, хрен его знает. Нужно реально посмотреть. Снорлаксы, вы давайте-ка выкидывайте нам яблочки. Давайте, не жлобитесь. Нам еще там пару яблочек. Я, ну, хотя потом еще одно яблочко. У нас 14. Ну вот ты, Снорлакс, где ты там? Иди сюда. Иди сюда, снорлятина. Ну ладно, не снорлятина, а пошутил. Ты Снорлакс, давай. Выкинь нам хотя бы 3 яблочка, будет вообще нормально. Давай. И там еще 2 Снорлакса, если успеем до них добежать, вообще будет нормально. О, это уже другое дело. Еще 2 яблочка. Сколько у нас? 16. Вот если с этих Снорлаксов выпадет еще по 2 яблочка, с одного и с другого вообще будет офигенно. Вот эти в бою, да? А, нет, это не он. Да не ты. Ты нам, в принципе, не очень так... А, вот кто в бою. Я что-то просто так смотрю. Ну. Пошустрее, ребята. О, Снорлакс вообще отхилился еще. Ну, пока они там сражаются. Что за хрень? Снорлакс? Ты выиграл и испарился? Ладно. Уголь мы, ребята, добудем, чтобы было нормально угля, чтобы больше... В принципе, смотрите, сколько мы уже себе добыли, только тем, что мы вот тут в горах находим... О, Шани, кто там? Только не говорите, что пропал твою. Ладно, ну если пропал, значит пропал, логично, да? Так, на спиона уже нужно одевать тоже экспешер, потому что в принципе уже ей та шапка на прокачку счастья не нужна, так как мы ее уже эволюционировали. Да ты ж, чё, у нас же вот это есть. Вот. У нас же есть рюкзак, а мы его даже не используем. Ну чё, Снорлаксы. Иди. О, у нас Черизард 55 уровень, ему еще 5 уровней, и в принципе, он сам напал, отлично. Снорлакс, давай-ка без этого выпендрёжа, пожалуйста, Снорлакс. Выкинь нам еще парочку вот этих. Яблочек, да? Давай. Еще пару яблочек, и мы, ребята, уже... Если вот сейчас мы выбьем еще 4 яблока, в следующей серии мы уже покупаем себе 40 яблок, делаем себе рар кенди и прокачиваем уже всех покемонов до максимума. Я так думаю. Ну, ладно, это я потом. У меня есть еще одна идейка, но потом я ее скажу. В следующей серии, значит, тогда еще не прокачаем, мне так кажется. Если даже мы купим 40 яблок, сколько нам еще нужно прокачать покемон? Сколько уровней нам еще им нужно прокачать? Давайте посчитаем. Пиджи. Вот сейчас, в принципе, еще Пиджи я убьем. Сейчас там еще кого-то убьем, если он
В земле, не в земле. А где, где, где? Вот пиджи, вот ты. Только не, 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 ты, 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 ты. А, попали, отлично. Нет, это не нужно. Так, что тут, что тут? Что-то еще есть? Нет. Это у нас тут кто? Рулет, ребята. Мы рулетик нашли, да? Где он? О, Чаризард 56-й. Норма. О, и Снорлакс как раз заспавнился. Отлично. Сейчас давайте вот этих убьем. И посмотрим, сколько нам уровней еще осталось. Ультрабол, отлично. Уф, сейчас бы еще... Не хочу я туда спускаться. Давай, Чаризардик, перелети. Давай. 30-й уровень у нас. Я как-то, ребята, даже не заметил. Только сейчас так. Ни хрена себе, 30-й уровень. Был же там какой. То есть, только на тех, что мы убиваем покемонов, сколько нам уровней дает. А, хотя нет. Мы же себе кучу угля добыли. Поэтому не из-за этого. Я просто, хотя и так посмотрел, ни хрена себе, 30-й уровень. Так. Еще два яблочка. Снорлаксы, пожалуйста, два яблочка. А кого мы словили в этой серии? Вроде Шайни. Кого мы словили? Шайни... Шайни Мачопа? Еще один Шайни был. Вроде, но я не помню кто. Не помню. Ладно. Еще одно яблочко, еще одно яблочко. Давай, давай, давай. О, там еще один Снорлакс. Ну чё, Снорлакс? Будь ты, кто даст нам последнее яблоко. Не будь жлобом, Снорлакс. Ладно, ты не жлоб, ты... Сейчас посмотрим. Ну чё, Снорлакс, дай нам яблочко. Ребята, просим. Ладно, зараза, ладно. Кто там еще уровень прокачал? Не видел, но... Ну ладно. Прокачал так прокачал. Ну чё, Снорлакс, и пожалуйста, еще один Снорлакс. Ладно, не будем мы туда лететь. За боссом. Там еще одного Снорлакса. Если его, с него выпадет яблочко, то нормально. Хотя одно яблочко это такое, то есть мы сможем еще найти, мне так кажется, или там дерево срубить, что такое, если сейчас не найдем Снорлакса. За боссом, хотя если... А, нет, вот, если он вот так, мы его видим, то почему бы его и не убить? Иди сюда, мать... Кто ты, мачок? Качок. Ну чё, качок, иди сюда. Сюда иди, качок. Мачок. Против нашего Чаризарда. Отлично. Охренеть. Что там выпало еще? Это и это. Еще что-то можем. И чё? Потопали, ребята. То есть полетели. За еще одним Чаризардом. Если найдем. Если... Каким Чаризардом? Снорлаксом. Офигеть. Ну, что-то мне кажется, что сейчас его не найдем. Но да ладно, ребята. Одно яблочко осталось. Еще потом нам... Нет, сейчас не хочу. Люблю дождь, но не сейчас. Чтобы он еще и шумел. Что, ребята, идем в джунгли. Проверим, сколько хотя бы там памяти будет жрать. Какой там 75, вроде 2100. Да. Фу. Пока что не очень так много жрет, в принципе, так же, как и на горах и вот этого всего. Может глючить, ребята, только из-за того, что вот прогрузка идет, но не из-за того, что памяти не хватает. И, в принципе, уже нет таких зависаний, мне кажется. Ну, ладно, не будем говорить. Вот есть такие притормаживания, но это не притормаживание, что майн глючит, а притормаживание, потому что загрузка идет. Сейчас уже, в принципе, 1300, оно даже до половины не доходит. 1500, вот сейчас дошло до 1500. А вот так давайте подлетим, чтобы не упасть, и быстро подсмотрим на карту, куда нам лететь. Да, вот туда можно полететь. Боссов я не буду убивать, то есть нет, конечно, подвисаний нету, реально нету. 1600 используемой памяти, и это уже, в принципе, вот если вот такие есть подвисания только из-за того, что вот на глазах у нас все рендерится. И это, в принципе, нормально. Таких, ребята, лагов нету. Есть такие подвисания, но это только когда мы вот на такой большой территории, в большом расстоянии рендерим что-то. А если вот так мы постоим на месте и не будем летать на Чаризарде, то, в принципе, мне кажется, что даже
глюков от рендера не будет. Какой рендер? Какой, о чем я вообще говорю? Ребят, я извиняюсь, я уже сплю почти. От генерирования. Ребят, я извиняюсь, какой рендер? Ну, в принципе, рендерится мир в то, что прогружается на глазах. Ну, как бы, в принципе, я знаю. Если мы вот, в принципе, вот так топать будем, то даже, мне кажется, глючить не будет. А если мы, конечно, будем летать на Чарлизарде, то будут подвисания только из-за того, что очень, в принципе, быстро прогружается мир. Потому что Чарлизард же намного быстрее вот передвигается, чем мы будем пешком. Поэтому просто очень быстро нужно, чтобы мир, ну, генерировался, да, и поэтому может тормозить. Но то, что тормозит из-за того, что памяти не хватает, и, в принципе... Ай! Так, ладно, давайте возвращаться домой, а то сейчас еще покалечимся вот тут. Ну, вот тут уже, как бы, даже вот после, как это можно назвать, после лаговые вот эти последствия, да, то, что как бы были лаги, и потом после лагов появляются уже лаги, просто неизвестно откуда. То есть пропали лаги, а потом опять появились. А вот так, что уже тормозит, уже вроде нет, то есть уже вроде нормально. А вот шейдерами я не знаю, может, шейдерами FPS падает. Ну и так, это, в принципе, всегда так было, это же шейдеры. Что я хотел сказать, ребята, я еще Shiny Psyduck нашел. Когда я вот так летал, пробовал возле джунглей, ну, я же охренеть сколько вот долго это все настраивал и каждый раз пробовал, будет ли оно глючить или не будет. Пока я там вот это все пробовал, то нашел Shiny Psyduck, не помню, какой он там 20 с чем-то уровень. А, вот кого мы Shiny нашли, Старли. Это кто у нас? А, вот, Psyduck Shiny. Вот кого я еще нашел, ребят, я не помню, где я вроде в лесу нашел. Сваблу, вот. Ну, в принципе, нормально, ребята. Shiny Starly, Shiny Machop, это вообще, в принципе, нормально. Лагов уже, хотя бы, мне кажется, что вот нету. Так, это у нас еще кто? Ну, давайте еще Экенса убьем. И давайте как раз еще сейчас посчитаем. Серия уже, в принципе, нормально. Ни хрена себе, уже нормально идет. Ребята, лайк за большую серию. Просто я что-то заговорился, забегался и, в принципе, нормально так. Сколько нам осталось уровней? В общем, Чарлизарду 4. Да иди-ка ты сюда, вот. Так, давайте еще вот этого убьем. Может еще уровень. Нет, не прокачали, ну ладно. Чарлизарду 4 нам уровня осталось. Что мы еще можем выкинуть? Чарлизарду 4 уровня. Пикачу 17. То есть уже получается 21 уровень. Так, это еще кто? О, 21 раркенди это получается. Плюс к тому еще 16 раркенди на Меганиму. Это уже получается 37 раркенди, да, получается? Еще 14 уровень на Пиджота. На Пиджота. Ух, это еще, ребята, охренеть. Там больше, чем стак получится. Почти 2 стака получится. 2 нет, но... ближе к двум. То есть, ребята, нам еще нормально нужно считать. Ну, вот эти, где у нас, наверное, в рюкзаке. 38 раркенди, с помощью их мы только сможем прокачать, ну, 3 покемонов. Ну, как раз, что мы еще нам остался, осталось еще одно яблочко, ребята, его мы найдем. И потом купим еще себе 40 яблочек, и тогда уже более-менее прокачаем. Можно еще, конечно... О, кстати, еще один уровень Чарлизарда. Уже был 56-й, уже 57-й. Вот этих Пикачу, Меганиум, Пиджот и Эспиону мы еще как бы сможем прокачать. Ну, минимум там, мне кажется, было бы офигенно, если бы мы им еще прокачали там... ну, хотя бы 3 уровня. То есть... приблизительно 2-3 уровня, чтобы там были 47-й, 48-й. То есть если 4 вот покемонам прокачать минимум по 3 уровня, то уже на 15 раркенди меньше использовать нужно. А 15 раркенди, ребята, это в принципе нормально так. Поэтому, ребята, пока мы будем еще охотиться на снорлаксов, мы, может, еще прокачаем нашим покемонам хотя бы по пару уровней, да? А если не прокачаем, то еще больше поохотимся на снорлаксов. И тем временем еще больше себе яблочек надыбаем, ребята. И, в принципе, ребята, давайте уже на этом закончим. Ставьте лайки, не забывайте, что
Чем больше лайков, тем быстрее выйдет новая серия. Серия вот это уже, в принципе, долго идет, но если на этой серии наберется... Когда наберем 100 лайков, ребята, то... Опять дольше меня идет. Ну ладно, не том суть. Но если наберется еще 100 лайков, ребята, то новая серия выйдет еще сегодня. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.